И вот толпой со всех сторон. Именно так было несколько минут назад. Сегодня мест свободных не будет. Не переключайтесь, мы ведем прямой репортаж с Сантьяго Бернабеу. Говорит и показывает Мадрид. Мы начинаем прямой репортаж с легендарного Сантьяго Бернабеу. Константин Генич и Георгий Черданцев на комментаторской позиции. Сегодня Реал Мадрид встречается с Райо Валекано. Сегодня мадридский Реал встречается с Райо Валекано. Команда, которая забивает больше всех мячей в лиге, играет с клубом худшим по показателям в обороне. Ну, сражение на бумаге и сражение на поле – вещи все-таки разные. Я надеюсь, сегодня что-нибудь необычное они нам все-таки покажут. Смотрим на состав мадридского Реала. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Состав гостевой команды. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Мадридский Реал начинает первый тайм. И будем надеяться, нас ждет очень интересный матч и будут забиты и голы. Харри Кейн. Мяч у соперника. Горка Элустондо. Есть адрес у этой передачи. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Навешивать надо. И подача на дальнюю штангу. На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбит. Марко Асенсио. Харри Кейн. Горка Элустондо. Пас на ход, может быть интересно. Прошел пас, можно обострять. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Альваро Одриасола. Хавьер Маскеран. Кейн. Маскеран. Потери и мяч у соперников. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Хороший по задумке пас. Казалось бы, уверенно команда продвигалась к воротам соперника, но в результате потери мяча. Гаррет Бейл. Харри Кейн. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Хесус Вальехо. Гаррет Бейл. Атака закончена и будет удар от ворот. Аут будет бросать мадридский Реал.
Маскеран. Марван Филлини. Гаррет Бейл. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Хороший пас на ход. Медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Бебе. Навес в центр штрафной. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не нашел. Александр Зинченко. Бей. Харри Кейн. Потерял он мяч, но кому он достанется? Тут же наказывает соперник, неудачно принял, тут же отобрали. И разрезающий пас на ход. Игрок поспешил, залез в офсайд. Марван Филлини. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Горка Элустондо. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. На дальнюю подача. Навес на деревню дедушки, так сказать. Себальос. Тито. Горка Элустондо. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Гаррет Бейл. Харри Кейн. Бейл. Маскеран. Кейн. Разгадали замысел. И этот штрафной может быть очень опасным. Есть удар у Гаррета Бейла, и он может сейчас его показать. Ловит мяч вратарь. Не получилось забить со стандарта. Оскар Трехо. Бебе. Нужен навес. Неплохо по задумке, но слишком сильно вратарь заберет этот мяч. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Арбитр ставит на точку. И это пенальти. И отличный шанс выйти вперед и выиграть матч. Искали спасение в собственной штрафной, а вот что нашли, это большой вопрос. Отражает пенальти вратарь. Бейл. Промахнулся он с точки. Что еще тут добавить? Да, бывает и такое. Сейчас надо собраться и постараться. Можно забивать. И удар с угла поля выполнит мадридский Реал. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Мяч достается вратарю. Марван Филлини. Выручил он свою команду. Горка Элустондо. Опасно! Вратарь на месте. Удар не опасным получился. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Себальос. Марван Филлини. Александр Зинченко. Не торопятся они выходить на мяч. Очень плотная линия обороны получилась сейчас. Бейл. Себальос. Кей! Угловой будет подавать команда. Пока счет равный.
Мяч летит в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Хесус Вальехо. Уходят команды на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень будничный нулевой счет. Первый тайм у нас завершился. Давайте посмотрим на статистику. Ну что, равны команды по большинству показателей и равны по показателю главному по счету. Посмотрим, что за перерыв поменяют тренеры в тактике команд, если вообще захотят что-то изменить. Может быть, у них установка на дружескую ничью сегодня, кто знает. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Горка Элустондо. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Нехорошо в пас сыграно. Удар! Что-то странное он тут изобразил и близко не попал. Хотел обыграть вратаря точным ударом, но в результате просто взял и запорол хороший момент. Себальос. Гаррет Бейл. Реалу дают пространство на фланге, это чревато. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Свежего игрока в игру выпустили сейчас. Себальос. Хавьер Маскеран. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Теряет атака мяч в штрафной, вынос. И сейчас этот аут для соперников Реала может быть очень опасен. Гаррет Бейл. Моран Филлини. Маскеран. Моран Филлини. Бейл, подача. Очень спокойно забирает мяч вратарь. Маруан Филлини. Бейл. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланге. Маруан Филлини. Себальос. Филлини! Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. И это гол. По-моему, вратарь даже не понял, что происходит. Что происходит вот что. Шикарная передача и завершение такое же. Классик. Реал впереди, как многие и предсказывали. Жорди Амат. Алехандро Гальвес. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Как же здорово он играет в пас. Горка. Игра остановлена штрафной. Тренер... пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Хорошо, успешно, полезно действовал в этом матче он, но тренер его меняет. Хорошо мяч перехватили в атаке. Марко Асенсио. Харри Кейн. Матео Ковачич. Гаррет Бейл. Какой удар! И угловой зарабатывает мадридский Реал. И прямо в центр штрафной мяч летит. Кейн на убойной позиции. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент.
для удара. Мяч прошел мимо ворот. Он провел отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень из тех, кто может решить исход встречи. Марко Асенсио. Себальос. Кейн. Рахим Стерлинг. Харри Кейн! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. От души по мячу он приложился. 20 минут осталось игры. Атака продолжится через фланг. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Выбит мяч из штрафной. Матео Ковачич. Харри Кейн. Рахим Стерлинг. Пользуясь случаем, поздравляем его с днем рождения. Себальос. Опять Кейн с мячом. Ковачич! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Кейн. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Все правильно, выбит мяч из штрафной. Ревут трибуны, покидает поле, наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. Матео Ковачич. Маскеран. Иско. Матео Ковачич. Рахим Стерлинг. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Не очень понятно, кому он отдавал пас. Аут. Мяч у соперника. Александр Зинченко. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Матео Ковачич. Стерлинг! Не прошел удар. Защита на месте. Лосан Бангура. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Реал снова с мячом. Нарушение и штрафной удар. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Кейн. Александр Зинченко. Иско. Есть удар! Перекладина играет за вратаря. И у мадридского Реала есть возможность обострить атаку вводом мяча из аут. Матео Ковачич. Есть вариант для паса. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Начо. Марко Асенсио. Матео Ковачич. Иско. Реалу дают пространство на фланге. Это чревато. Навес в центр штрафной. Харри Кейн! Гол! Отличная атака, отличный гол. Смотрите, слева фланга великолепный навес. Да, его оставалось только замкнуть. Чем проблем вообще не возникло. Очень хорошее взаимодействие в этом моменте у игроков было. И подача хорошая получилась, нацеленный. И головой удар оказался не берущимся. Отыграться теперь будет труднее. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты.
Офсайд этот похоже. Игорь Акинфеев. Марко Асенсио. Хавьер Маскеран. Итак, матч окончен. Мадридский Реал побеждает. Хороший матч и максимальное количество очков в турнирную таблицу записывает команда. Это самое главное. Да, я думаю, что игроки должны быть довольны. И тренер сейчас их в раздевалке похвалит. Ну а соперникам напротив, по голове их никто не погладит.